На красноярских столбах показали последствия ливней. Стихия разрушила берега рек и повалила деревья. Съехали склоны. Часть центральных троп превратилась в ручьи. Но в руководстве парка дождям только рады. Влага защищает пихтовый лес от возгораний. В Норильске ночью загорелся дом спорта «Арктика». Причина – неисправность проводки. О возгорании сообщил сторож. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал. В Зеленогорске водитель без прав насмерть сбил лайку самоеда на пешеходном переходе и покинул место ДТП. Хозяева собаки чудом увернулись от машины. 27-летнего виновника уже арестовали. Он ответит за вождение без прав и за то, что не уступил пешеходам дорогу. В Уяре прикрыли цех с амфетамином. Нарколабораторию оборудовал местный житель в своем гараже. Ингредиенты получал по почте. Общая масса наркотика составила более килограмма. 34-летнему уярцу грозит до 20 лет тюрьмы. 17 июля впервые в Красноярске пройдет фестиваль граффити «Стрит Арт Красноярск». 20 граффитистов Сибири будут легально украшать город рисунками на специальных кубических полотнах. С 20 июля заработает выставка «Под открытым небом» и будет открыта до сентября.